Октябрьская революция положила конец иностранным инвестициям в экономику. Но уже через несколько лет советское правительство вновь смогло заинтересовать зарубежных предпринимателей и привлечь их капитал. В годы НЭПа стали заключаться концессионные договоры с иностранными инвесторами, стремившимися вновь получить в России права на пользование ее природными богатствами, крупными промышленными компаниями и предприятиями. В то же время у российской эмиграции, как у активного участника подобных концессий, главной целью был возврат бывшей собственности. Общность интересов западных политиков российской эмиграции способствовала возникновению новых возможностей для подрыва экономической безопасности государства. Обстановка внутри страны этому благоприятствовала. Многие граждане не поддерживали большевиков, считая их власть временной, еще больше пошатнувшейся с введением НЭПа. Органы ОГПУ все чаще выясняли, что сотрудники концессии собирают сведения экономического характера, щедро оплачивая эту информацию. Такие действия квалифицировались как экономический шпионаж. А экономический шпионаж в то время толковался очень широко. Дядь Гриш, вы меня сегодня к ужину не ждите. Я сегодня поздно буду. Так, опять синематограф, а? Здравствуйте, Григорий Макарович. Или посиделки комсомольские? С танцами. По патефону. Почему сразу с танцами-то? Танцы — это пережиток. А сегодня в клубе молодых спартаковцев будет репетиция спортивного праздника. Потом лекция про воздухоплавание, а потом... Инженер Зимин, которого мы с трудом уговорили, будет выступать перед членами военно-научного общества и рассказывать про гидроплан. Это хорошо. Григорий Макарович, уберите этого хулигана. О, Кучкин! Здравствуйте, дядя. Здорово, Кучкин! Ты чего расселся-то, как Непман? Вместо того, чтобы азбуку вон учить в доме приюта. Так это, бедная Маша попросила, чтобы ее стулку не занимали. Вы ее сами со старого места поперли. Так она сюда и уселась. Говорит, чтобы я посмотрел, чтобы другие шмары не заняли. Сама-то небось она развлекаться пошла, верно? Не, дело у нее серьезное. Секретное, нельзя говорить. Ух ты. Секретное говоришь? Так, давай выкладывай, раз нельзя. В УГРО ее повезли. Дознание проводить будут. Тьфу ты, будь оно неладно. Так. Ну. Я девушка честная. Не хипесница какая-нибудь. Ну с чего бы мне приличного гражданина под губстоп подводить? То есть вы ничего не знаете и свою причастность к этому делу не подтверждаете? Ну? А вот потерпевший показал, что перед ограблением видел именно вас. А на меня смотреть никому не возбраняется. Граждане, товарищ, помогите, пожалуйста. Зарестуйте эту змеюку подколодную. Она меня вообще на весь оклад жалования объегорила. Вот. Я из-за нее одного кофе только на 10 рублей новыми выпила. Бюро предсказаний. Да. Зинаиды Петровой? Да. Гад точка, пред точка, лич точка, счастье. Да. И др... Яв. Точно? Дорого? Мандат наркомпроса. Да. Послушай, мальчик, ну тебе не надоело без дела по улице болтаться? Приходи сегодня к нам в клуб на репетицию спортивного праздника. Много нового узнаешь, в конкурсах поучаствуешь. Ага, чтоб вы мне ноги связали и в мешок засунули, чтоб я там прыгал, как дурак. Потом вся лиговка надо мной потешаться будет. Дядя Гриш, вы посмотрите на этого фрукта. Партия поставила задачу до конца октября покончить с беспризорностью. Вот, слушай. А этот индивидуалист саботирует. Надо его срочно передать в детский дом. Там и дисциплина, и педагоги, и детский коллектив. Нельзя мне детский коллектив, я чехоточный. Я до октябрьский сам 3 раза помру. Я припадочный. Женька, ты давай, ступай, ступай. А, опоздаешь еще, а этого фрукта я сам в допре оформлю. Давай, поднимайся, Кучкин, поднимайся. Дяденька, до октябрьских еще 100 человек себе словите. Вам товарищ Троцкий в раз медаль подпишет. А я буду вам помогать по мере своих скромных возможностей. Ладно, шут с тобой. Возить с тобой неохота. Учти, это все в последний раз. И еще раз поймаю, вот тогда на себя пеняй. Пошли, Жень. Спасибо. Гляди у меня.
Бюро предсказания Зинаиды Петровой, предсказание личного счастья и других природных явлений точно дорого. Социальное происхождение. Да, а хоть точно? Иван, а ну дай воды. Так, гражданочка, вы давайте успокойтесь. И расскажите, что случилось, толком и по порядку. Сама я служу домашней работницей. Угу, вот водички попить. Спасибо. Вот. Значит, и жалования у меня тоже приличные. И хозяева тоже, грех жаловаться. Интеллигентные люди, не торгаши какие-нибудь. Инженер Зимин и жена его. Вот только одно нехорошо. Девушка я одинокая. И прочитал я в газете вот про эту гадалку. Вот и думаю, пойду спрошу про свое счастье. Пришла. Ну? А заплатила. А это не тот Зимин, у которого в четверг была зарегистрирована квартирная кража? Опять вы про кражу. Пускай расскажет про гадалку. Тот самый. И значит, гадалка говорит. Судьба, говорит, ваша. Вот это вот. Порядочный гражданин. Состоятельный. Приятная наружность. Вот в усах, как у вас. В башмаках желтых. А я ж такого знать и не знаю. Она мне говорит, это не беда, это ты сейчас не знаешь. А вот в четверг, говорит, вижу. Сидишь ты в кафе Бон-Бон, а он входит. А ты сидишь в малиновом платье и в шляпе с цветами. Я сразу от этой гадалки сразу в модный магазин за платьем. А потом думаю, господи ты, божечки светы, у меня же шляпы-то ни одной нету. Я к шляпнице, и она мне в долг отпустила. Вот. Прихожу я в кафе, заказываю кофе с пирожными. Час сижу, два сижу. А на пятый же мне просто плохо от кофе стало. Ну, подруга, ты и нашла местечко, чтобы мужика заарканить. В Бон-Боне приличного человека до старости ждать можно. Маша, шла бы ты домой и не встревала в работу органов. Иди. Ну и пойду. Гражданочка, распишитесь, пожалуйста. Вы же мне поможете, да? Возитесь, как хотите. Только мужикам, хоть они воры, хоть они партийные, ничегошеньки в женской душе не понять. Ты ступай. Если что, я на месте. Ступай. А вы, гражданочка, ну как же так? Как вам не стыдно? Вы же все-таки у инженера служите, а поддались суеверию. Вы вот чего. Вы давайте ступайте в лавку, да, и поговорите с хозяйкой. Григорий Макарович, здесь налицо преступный сговор. Ограбление квартиры инженера Зимина произошло как раз в четверг. Вот, смотрите. Вот это она мне и сказала, как раз что в четверг в этой самой квартире никого не будет. Надо срочно допросить гражданку Петрову. Да, Самойлов, погоди ты. У нас этих квартирных краж вон с десяток наберется. Иди, не мешай. А вы, гражданочка, ступайте. Ступайте в лавку. В лавку ступайте. Все равно надо проверить гадалку. Даже если она не замешана в краже, она обманщица. И вообще она способствует распространению суеверий. Василий, давай, заканчивай там. А то в губ милицию опоздаем. Ты вот что, боец, раз такой сознательный, вот держи. Да-да, нарисуешь мне стен газету. Не спорь. Вышло постановление наладить выпуск стен газеты силами личного состава. Вот так. Иван, да. А ты проследи, как он все сделает. Поехали, Василий. Есть. Как я так хочу такое. Боа, из трусинок или нет? Или из куриных? Как она смотрит. Конечно, кидай. Вот это поэлегантнее. Ткань получится. Ага. Современная наука не отрицает возможности магнетизма и прочего гипноза. Но предсказание личной судьбы – это дело далекого будущего. Скажи, Лёва, а может такая ясновидящая гражданка, например, там, посмотреть в хрустальный шар или там на этих, на картах раскинуть и сказать точно, что в определенное время в таком-то месте никого дома не будет? Лёня, вы еще слишком молоды, чтобы встречаться с моим покойным двоюродным дядюшкой Додиком, потому расскажу вам за него буквально два слова, и вы все поймете. Дядя Додик показывал с колодой карт такие фокусы, что поставят в тупик любую науку. Значит, все-таки стоит провести в этом гадальном салоне оперативную проверку. Ну, если вы заглянете туда.
одним глазом, вреда не будет. Ну, я как комсомолец не могу. Лёв, может ты... Это абсолютно исключено. У меня до субботы полно работы. Это что, спирт? Образец номер 8. Я его настаиваю на зверобое. Весьма полезно для печени. Это я вам говорю, как потомственный медицинский работник. Вот Шерлок Холмс всегда помогал британскому пролетариату и угнетенному народу колоний втайне от королевы Виктории. И внешность менял, как хотел. У него даже для этого целый гардероб был. Так пойдите к этой гадалке, как интеллигентный человек. Тут дело одной минуты. Я, конечно, не королева Виктория. И даже не доктор Ватсон. Но могу оказать вам тут некоторое содействие. Рассказывай о квартире галантерейщика. Галантерейщик во вторник уедет к тёще на именины. На весь день. Горничную свою отпустил. Она мне об этом сегодня сказала. А. Так что в квартире никого не будет. Молодец, Нюра. Если дело сладится, долю свою получишь. Да страшно мне, цыган, страшно. Что еще такое? Да я столько глупостей понаделала, вам не сказавшись. И в милицию пошла, и... А теперь еще страшнее. Рассказывай. Дело было так. Месяц назад моя хозяйка уехала на воду. А хозяин барышню молодую привел к себе домой. Ну, а ты тут при чем? Да как при чем? Та барышня, все бы ничего. Так она у моего хозяина какие-то важные бумаги украла. Все время мне кажется, будто следят за мной, понимаешь? Может, гадалка-то, а? Да мерещится тебе, дуреха. Мерещится, не мерещится, а страшно. Пока ты для нас полезное дело делаешь, ты под нашей защитой. А от хозяина своего уволься. Если документы важные пропали, не ровен час нагрянут туда архангелы. А тебе светиться ни к чему. Угу, ни к чему. Вот неправильный человек этот Лёня Самойлов. Опять ты про него? Но ведь правда, он интересный человек. Но он не ходит к нам на диспуты, а у него очень много интересных мыслей, его проблемы мучают. Да что ты говоришь? Угу. Мучают. И очень сильно мучают. Какие, например? У нас вот в УГРО случай был. Со счетоводом. Макарыч тебе не рассказывал? Мне дядя Гриша про бандитов ваших ничего не рассказывает. А он не бандит был. Тихий, спокойный человек. Маш, Вер, повесьте, пожалуйста, эти плакаты вот на ту стенку. Хорошо, Жень. Спасибо. Счетоводом в конторе работал. Взял и убил свою жену. Нанес ей 37 ножевых ранений, а когда пришли за ним, он просил не шуметь. Думал, что она спит. В общем, сошел с ума. Ужас какой. Да, от ревности. Пойдем уточек покормим. Да нет здесь никаких уточек. Ну, уже... Чего ты? Ну, Вась, мы договаривались. Договаривались. Как эти непманы такой фасон носят? Жмет, зараза. Разойдутся. Вы пойдете в них до угла, и они так разойдутся, что хоть фокстрот танцуй. Это их от воды скукожило, их только вчера сняли с утопленника. А это откуда? О, тут, мой друг, вам просто несказанно повезло. Нервический тип вашей комплекции повесился в малопоношенном гардеробе. А сейчас, как родному Лёне, я скажу вам самое главное. Этого не прочтете в своей книжке и вечерних газетах. Я научу вас, как приобретать друзей. Выдавать себя за интеллигентного человека. Интеллигентные люди семечек не щелкают. Так и сморкаются непременно в платок. И руки в карманах не держат. Моя тетя Рима, это была культурная женщина, уж вы поверьте мне на слово, так она прямо-таки зашила мне все карманы шелковыми нитками. Мальчик мой, говаривала она, займись делом, и тебе не надо будут карманы. Вот, возьмите это. Перекладывайте эту штучку из руки в руку. Это что, тоже от утопленника? Нет. Вы слышали за те дела, которые позабирала у нас ГПУ? Угу. Так вот, оказывается, в ГПУ работают загадочные люди. Своих дел им, видимо, мало. Они еще наши позабирали. Но как? Папки, бумаги, а вещдоки оставили. Вот.
пишите расписку о том, что принимаете для выполнения оперативной работы следующие вещи. Мой покойный муж говорил, главное, нужно затянуть потуже. Аглая, никакого толку нет ни от тебя, ни от твоего покойного Верочка. Мужа. Только измяла хорошую вещь. Ты никогда этого не умела делать, это нужно вот так, да. Нет у меня никакой барышни, мне для дела надо. Леонид, если вам нужно для дела, если по службе, то можно пойти к Аристарху Петровичу. Это наш сосед из 20-й квартиры. Он же бывший кавалергард. Он же служил по военной части. Никогда он не был гусаром. Да, голову тебе морочил легковерный. Греховодник он. И задолжал нам за целый год. Хоба! Отстань! Хоп. Дядя, почисти мне ботинки. Ха! А у него гуталин старый. Ну-ка, малые, пошли отсюда. О! Я заметил, он в собраниях, он всегда рядом с тобой садится. И что? Это абсолютно ничего не значит. Как это ничего не значит? Очень даже значит. Обокрали! Держи вора! Чтоб ты сдох, короткий малолетний! Дай сюда! Аристарх Петрович, я вас слышу. Аристарх! Аристарх Петрович, мы с милицией! А, милые сударыни, цветы запоздалы. Сразу и не признать, не стоит устраивать эль-скандаль. Слово дворянина отдам. Отыграю, сразу отдам. Гражданин, я к вам по частному вопросу. Вы вот с этим обращаться умеете? Ну, в известной мере, да. Аристарх Петрович, к вашим услугам. Леонид Самойлов. Ага. В прежние времена я добавлял титул и фамилию. Наш род восходит к временам еще до Петровским. Но теперь это совершенно ни к чему. Мне без фамилии даже больше нравится. Выпьемте хересу за знакомство. О, значит, водочки. А откуда пошел этот варварский обычай? Жить без прислуги и пить без закуски. Итак, мой дорогой друг, вы, стало быть, служите в ГПУ. Нет, нет, что вы... Этот цветок увядший сказал, что вы... Я служу в милиции, но это совсем не ГПУ, а даже наоборот. Мне просто галстук надо завязать. Минуточку. Раз, два. Повернуть. Хорошо. Машем. Молодцы. Товарищ Добровольская, вы меня не помните? Мы с вами виделись на пленуме в губкоме. Позвольте угостить вас в буфетной пирожным с кремом. Не позволю. Пирожные – деликатес мелкой буржуазии. Хорошо, хорошо. Молодцы, ребята. По кругу. Может, подвезти вас домой? В этом районе неспокойно, я располагаю служебным авто. А мне на Лиговке бояться некого. Я и сама отлично доберусь. Нынче мало кто умеет завязать галстук, кроме как виндзорским узлом. По счастью, одна французская кокотка, содержательница галантерейного магазина на Рю-де-Жу, обучила меня вязать изысканнейшие узлы. Ну, разумеется, это был не вполне магазин. Скорее, дом с дурной репутацией. Но мы же говорим открыто, как друзья. Но
Ну, полно смотреть бухой, друг мой. Я сразу все понял. Вы собираетесь нанести частный визит прелестным дамам. Я знаю всех прелестниц Петербурга с 1900 года до наших солнечных дней. И сразу вижу, вы собрались в респектабельный бордель. Конечно, в советской стране сохранились пережитки. Спекулянты, бюрократы, воры и даже отдельные проститутки. Но борделей больше нет, мы их искоренили вместе с царизмом. Как вы правы! Как остроумно подмечено! Друг мой, вы, должно быть, попали в тот же веселый вертеп, что и я вчера. Назвать такое место борделем – сущая благоглупость. Девицы были совершенные пейзан, что в переводе с французского означает «сельские пролетарии», или, говоря попросту, «коровы». Но, впрочем, резвы, милы, свежи, и денег берут умеренно. Но что еще желать в моем скудном средствами положении? Есть вполне респектабельные заведения, где дамы божественные фемины из балетных. Спасибо вам за все. Ну, к чему эти церемонии между добрыми друзьями? Мы же не при царском режиме. Заходите запросто, по-соседски. Красный цветок в хрустальном бокале. Сердце рыдает опять. Я не поверю, что люди сказали. Жена инженера на воду уехала, а он девку притащил. Из наших? Нюра говорит, не лиговская. У Зинаиды, видать, свои шалавы. Та барышня стянула у инженера какие-то вещи, документы, а Зинаида выкуп требовать стала. Какие вещи? Побрякушки бабские. Жена вернется, скандал устроит. А с документами и того хуже. Они вроде как не для общего пользования. Интересные вещи я узнаю о нашей лиговке. Зимин скряга. Решил цену сбавить. Уговорил Нюру пойти к этой гадалке под видом своей жены. Дескать, ей все известно. Пусть, мол, цену снизит. Она поверила? Нет, конечно. Обругала и выгнала. Сказала, что не лезла в чужие дела, а то убьет. А Нюрка испугалась, с дуру в милицию побежала. Ну и наплела легавым небылиц. Хотела их на эту гадалку навести. О, Роза, Роза, счастье мое и печаль. О, Роза, Роза. А знаешь, что цыган? Пускай Шмаков гадалкой занимается. Поймает хорошо, упустит еще лучше. Теперь на нее все квартирные кражи повесят. Исе, купите свои любимые цепи букет ароматов цветов всего за 1 рубль. Отвали. А хотите, я вас с шикарной Шмарой познакомлю? Одиноким мужчинам гарантируется культурная... Так, Пучкин, ты меня с бедной Машей, что ли, собрался познакомить? Я не Камильтон, так это ж я, обознавшись. Если бы не задание, вообще бы тебе все уши оторвал, понял? Понял. Осторожно залезай. И здорово. Осторожно. Прочел ваше объявление. Хотелось бы погадать о личном счастье. Мы прогнозируем природные явления на сугубо научной основе. Исключительно для нужд сельского хозяйства и наркомата обороны. Кстати, у меня есть разрешение на исследование вот от наркомпроса
А от культпросвета? Сейчас. Нарком геологии, санстанции. Фининспекции. Прошу вас. А что бы вы хотели узнать о своей судьбе? Ну, как там будет дальше? И так вообще. Возможно, вас интересует какая-нибудь девушка. Спрашивайте, не стесняйтесь. Да при чем здесь девушка? Вот как. Излишняя скромность, нерешительность порой мешают молодым людям. Я бы могла познакомить вас с барышней, которая не стала бы корчить из себя недотрогу. Я имею в виду не тех девок, которые предлагают себя на улице. Я имею в виду барышень, хорошо воспитанных, приятных в общении, прекрасно знающих свое дело. Вот. Прелестная вещица. Хорошо. Договорились. В порядке исключения я предскажу вам вашу судьбу. Плохой человек. Бежать надо. В Шанхай надо бежать. Вроде готов. В Шанхай поедем. Выкиньте его куда-нибудь. Знают, костюм снимать надо, раздевать надо. Так разденьте. Ха-ха-ха.
скорее давайте. Окочурится сейчас. Шанхай. Шанхай. Вещдоки я приберу. Запом. Шанхай. Ройзман! Ты китаец, Ройзман! Шанхай! Шанхай! Куда черт, а? Куда? Пом? Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А я, собственно, по поручению комсомола. А вы кому? Что хочет комсомол от нас? Скажите, пожалуйста, а Леонид Самойлов, он здесь живет? Проходите. Теперь ты понимаешь? Почему теперь? Я всегда знала, что у Леонида безупречный вкус. Комильфо. Скажите, пожалуйста, а вы Леонида давно не видели? Да уж несколько дней. Но волноваться вам не стоит. Леонид предупредил нас, чтобы мы не волновались, когда он исчезает на несколько дней. Леонид ведь работает в милиции, и он должен отлучаться на задание. И он нас предупредил, что он будет отлучаться. Внимательный молодой человек. А он и в этот раз вас предупредил, что он отлучится? Вера, а в этот раз он предупредил нас, что будет в отлучке? Он предупредил нас вообще. Он же знает, что у нас слабое здоровье. Вы знаете, Леонид считает нас немножко, ну, мнительными. И он очень заботится о нас. Он очень внимательный молодой человек. Скажите, пожалуйста, а он ничего вам не говорил такого особенного? Леонид вообще особенный молодой человек. Да, вот это правда. Можете не волноваться. С ним ничего не может случиться. Возможно, он нас не предупредил. Что не вернется сегодня домой, но это ничего не значит. Почему? Да потому что комсомольская ячейка – это одно, а близкие люди – это совсем другое. Дело в том, что моя сестра хочет сказать, что Леонид работает в милиции. Он не может посвящать посторонних людей в свои дела. Ага. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Как, спасибо. Вы уже уходите? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Почему ты считаешь, что с Леонидом ничего не может случиться? Аглая, почему? Милая, мы в своей жизни больше не потеряем ни одного человека. Ой, будем надеяться. Господи. Thank you.
Хозяйка совсем злая стала, в Шанхай уходить надо. Хозяйка добрая, в цирке нас били, она пришла и выкупила нас у директора. Она жадная стала, девочек заставила у клиентов красть, человека убить захотела, нас убить может. Теперь мы с тобой хорошо живем, хозяйка нас хорошо кормит, нет, в Шанхай бежать надо. Клиенты в милицию пойдут, нам всем плохо будет. Я дяденька Мельтона сразу узнал, а сам схоронился. Интересно же посмотреть на стрельбу. Да, Кучкин, ты когда-нибудь досмотришься. Отстрелит вон тебе твою дурацкую башку. На, держи. А с чего ты вообще решил, что стрельба будет, а? Дяденька-то ясно указал. Кабы не задание, он бы мне все ухи оторвал. А потом приехал таксомотор. Светит ли мне теперь пролетарское снисхождение от родной милиции? Прямо сейчас товарищ Троцкий, Зиновьев и Бухарин собрались вместе и думают, как бы нам представить Кордину без надзорного Кучкина. Жаль, здесь нет моей мамочки и профессора Бехтерева. Он бы ни за что не поверил, что человек может надышаться такой хитрой смеси опиумных паров и остаться живой. Говорю вам, Леня, вы прямо-таки счастливый человек. Ты сиди в машине, сами справимся. Уголовный розыск. Нам нужна гражданка Зинаида Петрова. Вас кто нанял? Женщина? Нет. Я говорю, нет. Нанял. Нанял нет. Кто? Баба такая красивая. Нету папа. Нету да, погоди, папа. Погоди, погоди. Где сейчас она? Нету папа. Никакой ну? Папа нет. Кто платит? Не платит? Платит вам кто? Нет, не платит. По-русски плохо понимать. Ладно, не доносишь здесь умер, с ними возиться. Стоп. Давай их. Машину вызовем. Переводчика из Коминтерна. Не надо машина. А? Давай, давай машину. Не они понятно. Там будут приливы. По-русски. А ну стоять! Стоять! Пойду я. Пока. Давай. Это ведь позорище, если кто узнает. Ведь подумать только, два каких-то косоглазых маляра отлупцевали мне целое лиговское угро. Найти бы гадов, да... Да ладно, найти. Ты сперва иди вон найди нужного. Ну вот я вам скажу, у нас на фронте этих китайцев, вон, целый интернациональный полк стоял. Был там у них один пулеметчик. Эх, собака. Так, это косил. Залюбуешься. Ну, я и к комиссару иду. Ну, дескать, давай, сходи к ним. Переговори, глядишь, он к нам в дивизион и перейдет. Комиссар пошел. Да, приводит. Приводит-то только не этого, не пулеметчика, а повара приводит. Вот. Ага. Да, вот так, Тарасыч. Да. Я вам как старый интернационалист скажу. Эти китайцы-то, они все на одно лицо. Ну, как их определишь? Не тащить же всех. Лёва, смотри. Совершенно как на портсигаре. Ага. Будь он трижды не ладен. Григорий Макарыч, по этой татуировке мы одного китайца сразу найдем. Но я уверен, что у второго есть точно такая же. Я читал, да что ладно, у них Китай. Читал он. Тоже мне читака. Тебе бы вон читаку самого под замок посадить. Глядишь бы, пользы больше было. А можем мне опросить? При обходе участка кухонных работниц, прислугу, домашних хозяек. Вдруг видел кто китайца с такой приметой. Вот это ты, Тарасыч, дело говоришь. Давай, ступай, опрашивай. Китайцы, они ведь как? Понаехали сюда еще при войне с германцем. На заводах работали. А потом что? Заводы позакрывались. А у них даром, что китайцы. Жрать-то не меньше нашего брата хотят. Так и стали. Кто ханшой? Самогоном их ним торговать. Кто лоточки на рынке держит? Кто прачечный открыл? Григорий Макарович, ну это же... Все, Самойлов, тебя я от дела отстраняю. Ты раньше на голову не больно здоров был. А теперь, когда шарахнули, еще хуже стало. Давай, ступай. Ступай, Леонид, домой. Пойди открой.
Я возьму. Спасибо огромное, что открыли. Меня хозяйка на ночь глядь послала. Спасибо. Снова ты. Опять обманывать меня собралась кухонная девка. А я не прислуга больше, понятно? Я в последний раз белье вон принесла. Я теперь помощница у Лехи черта. Слыхала про такого? Так вот станешь мне угрожать. Тебе придется с ним познакомиться. Мне не досуг водить знакомство с каждым лиговским хамом. Черт, один на лиговке хозяин. Я ему твои слова передам. Я ему все про тебя расскажу. Он тебе еще устроит. Черт, большой человек на лиговка. Стражий человек. Надо ужать с лиговки. Деньги есть, поехали в Шанхай. Иначе черт прихотить, кротко ему лизать, мне лизать, тебе кротко лизать, всех убивать. Хватит болтать. Марш! Готовить маскарадные костюмы для моих девочек. Ну, чем сегодня разжился, товарищ Кучкин? Ну-ка, дай сюда. Леденька Мельтон, ну что же вы ко мне пристали-то, а? Вроде я не единственный беспризорник на всю лиговку. Ты теперь не дитё. Ты же теперь настоящий малолетний преступник. Тебе прямая дорога в исправительную колонию, а не в приют с манной кашей. Стоять! Но, активно сотрудничая с органами дознания, ты можешь заслужить пролетарское снисхождение, понял? От нарсуда? От лиговского угро в лице меня. Тогда вы скажите, что делать. Я в раз. Я бегом. Сходил бы ты в цирк, разузнал бы про двоих китайских акробатов. Mm-hmm. Ну, расспросил про них, есть ли у них татуировки на руках. И с ними про личность с брюнетистой прической. Ну, а вечером найдешь меня и все изложишь, понял? Понял. Вперед. Стой. Че? Билет купишь? Ага. Леха черт дает тебе 2 дня сроку, чтобы узнать, чья работа. Кто нашу наводчицу угомонил? Сказал, не узнаешь, ответишь по закону. По нашему. По лиговскому закону. Китайский цирк здесь? Какой еще цирк? Иди вон. Слушай, давай вали отсюда. Ну что ты? Тело обнаружили, Григорий Макарович. Ройзман уже там, сказал, железной цепью удавили. Опять? Из урок кого-нибудь упокоили? Да нет, жертва женщина. Молодая, домработница из соседнего дома. Видать, в прачечную бегала. Рядом узел разорванный обнаружили, с бельем для стирки. Ограбление. Деньги у нее с собой были. Или там золотишко. Ну, украшения там, брошки всякие. Да кто его знает. Первым делом хозяев с утра опросим. Ладно, Самойлова по дороге заберем. Ага. Тихо ты. Чтоб ни одна нога здесь не ходила. Тут улики. Тут посторонним топать не положено. Ладно, Гребенюк, уходим уже. Что там, Лев? Да, по признакам смерть наступила от асфиксии, но характер удушения необыкновенный. Понимаешь, металлическая цепь. Подвешение. Это же я... Слушай, я впервые в своей практике сталкиваюсь с подобным способом удушение. А не кажется ли тебе странным, Лёва, что милиция обо всем узнает последней? Что ты хочешь этим сказать? Просто хочу сказать, что угро как будто бы идет на шаг позади преступников. Будь то их предупреждает кто. Ты понимаешь, что это может значить? Ты что хочешь сказать, что в угро подсадка от бандитов? Ну, сам-то он не придет тебе, не скажет тебе. Я, мол, работаю на бандитов. В том-то и дело, Лёва.